Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison. Так, мы опять Капсис. Куда мы идем? Мы идем в место, которое... Мы посмотрим на Secret Beach. Идем посмотрим на Secret Beach. Там очень красиво. Пойдите, я сейчас... Цвет воды уже практически греческий. Да, да. Очень красиво. И когда смотришь на эти яхточки, катера, очень красиво. И в тени тут, вот когда не жарко, еще красивее. Если вы смотрели фильм «Мама Мия», «Мама Мия», спасибо, который с Амандой Сейфрид и Мэрил Стрип, первый «Мама Мия», не второй, который вышел недавно, а первый, вот у меня абсолютное чувство, что я где-то хожу по местам съемок. Вот это море и вот эти горы, не совсем покрытые лесом, кактусы вместе с пальмами, и с рододендронами, и с олеандрами, и с магнолией, там магнолия распускается, чуть-чуть хвойных деревьев, и ай, оливковые деревья, это очень красиво. В таких местах самое гулять после тех процедур, которые у меня только что были. Du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Конечно, камера абсолютно не передает насыщенность цвета. Вот этот вот такой бирюзовый цвет, который на солнце смотрится таким сочным, он на камере довольно тусклый. Ну, в общем, вы определенную идею поймали. Идем, спускайтесь. Так, мы сейчас попробуем спуститься на пляж. Про который... Куда идти? Туда или туда? Сюда? Сюда. В рощу? В рощу. А, тут есть пауки? Не знаю. Сейчас проверим. Есть, наверное. Меня, как всегда, вот эти вот кактусы мне очень напоминают Испанию. Там все в таких кактусах. И вот эти вот шишечки, они их едят. Они их жарят и едят. Ну, спустим. Так там вода, куда там мы? Там вода, а ты не готова плыть? Ну, как бы, ну, после этой, после капсулы я готова на все. Поднимемся. После капсулы я готова на все. И плыть, и не плыть. Ух ты, куда мы спускаемся? Ты можешь оставить и пойти. Я хотела снять спуск с лестницы на безлюдный пляж. Но мужчина все испортил. Мужчина пойдем русский, море. Поэтому сильно не орем. А, знаете, я, наверное, сниму. Слышишь? А, вот тебе и так удобно. Я так, мужчина ушел. А, вот тут вот маленький пляжик. Молодой человек повесил полотенечко и поплыл. А, не поплыл, вон он стоит. Ладно. Пойдем туда на пляж, мама тебя отнесет. Спустились и поплыли. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin.
croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été. Значит, снимаем. Моя сестра пытается выйти на берег, сойти на берег. Так, пошла, хорошо, идет. Смотрите, идет. Плывет просто, а не идет. Видите, как идет, все. Так, бежит. Отлично. Привет. Все, вот она. Хорошо. Так, а теперь выключи. А вот. Заход второго пловца. Нет, дальше, вот на тот, который хорошо выглядывает. Да. Отлично, молодец. Вот, чтобы никто не смотрел на твою фигуру в купальнике. Можно сюда. Как назло, когда попадаешь в такие места, где хорошо фотографироваться в купальнике, у тебя нет с собой купальник. Ну, вернее, он есть с собой, но просто тут, если тут переодеваться сейчас, то вот эти вот, у этих рыбаков будет очень хороший улов. Конечно. Оцените их Instagram Stories за сегодняшний день. Вот. Ну, вот там вот люди купаются тоже. Получается, когда ты в купальнике, уже готов фоткаться в купальнике, либо облачно, либо некрасивая локация. Когда у тебя купальник просто с собой, ты его не можешь надеть, но локация подходящая для того, чтобы сфотографироваться в купальнике. Теперь я понимаю, почему блогеры делают фототуры. Потому что нужно заранее знать, куда ты идешь, как там фотографироваться, что брать с собой, переодеваться заранее, не переодеваться заранее, и т.д. и т.п. Правда, они берут за это 100 тысяч рублей. Путь наверх. И небольшой греческий ликбез. Как будет, где она? Пуине. Где она? Ксадельфия, двоюродная сестра. Это слово я запомнила лучше всего. Мне очень нравится, что меня зовут Ксадельфи. А? Ксадельфи. А, мы, кстати, еще выяснили, что я панда. Это навсегда. Калимера, добрый день, Калиспера, добрый вечер. Ясу, это привет. Ясас, здравствуйте. И до свидания, да? Как итальянское чао. И то, и то. Что нет? Нет. Tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Вон там мы только что были. Спускались по этой лестнице. Это наш поселок. Вот это пляж, на котором мы обычно отдыхаем. Какой красивый цвет воды. И мы идем дальше. А вон там вот находится вилла Black Pearl, на которой, собственно говоря, и жил обладатель золотой карты Орел и Решка. Самая лучшая вилла во всем комплексе. Ну, конечно же, с самым лучшим видом. Тут можно сидеть бесконечно, смотреть на это море. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte.